Видно, нет? Видно, видно. Или нет, или не на этом острове. Видно, видно. Вон на тот остров надо. На наш надо. Вон видно, долго видно. Будет, долго будет, минут 10. О, как красиво. Руки выше! Ура! Ура! Так что, уже время 12 часов? А то думал, блядь, мозги тут колупаем. Давай, Степа, сейчас выбегай и снимай, братан. Сейчас. Давай, все, вставай. Сейчас. А потом вырежешь. Кого? Остатки-то. Давай. Пойдем туда. Красава вообще. А там что за катерок какой-то? Так вот, с которого катера и пускают. Вон, смотри, вон там, вон. А, хуй его знает. Вот так вот мы, Степа. Mm-hmm. День города, а мы Рудиковские парни. На той стороне народу тоже много. Смотрит. Сколько времени? 23.55. 23.55? Мои встают на 5 минут. 12 часов. Ну, одна минута дальше. Первого. Ну так, ничего, красивенько. Ух, красиво вообще полетел. Бедные медведи, нахуй. Не знают, куда съебываться. Наверное, они сейчас к нам, а мы от него, но... Ну ничего, красиво. Народ, слышу, кричит. Ура! А хули фарюди, нам-то близко. Нам надо было туда подплыть там. Смотри, по ванку прилетело. Десять минут был фигачить. Как-то год был, 10 минут он, как куролесик. Слышишь, Дима, там народу пиздец. Покажи, где-то это Гетколь. Гетколь, но... Сейчас обтяжка пошла. Сейчас они поедут. Только ничего не говори. Ага. Опа! Круто. Оба вообще класс. Солнце красивое. Пятак, да? Угу. Зачем нам
Нам рыбу, блядь, защупил. Да. Ну да. Она сама, блядь, нам прилетела. Вообще солнце классно. Он рыбу несет? Рыбу? Да. Рыбу вроде. Вот смотри. Лимашину просто моет. Охотно. Что-то сели быстро, поехали. Это не их случайно там это стоит? А скорее всего. Вообще-то не знаю. Видишь, сколько стрижей? Мушек ловят. Ага. Фига. Нихуя нас смотрит. Обратно хуярят. Обратно уносит? Да. О. Дима, сейчас в кусты залезем. Да, там выплывем тут. Такой, смотри, пейзаж какой красивый. А на камере вообще смотрится, да? Все, посмотри. Ну, Димка. Нихуя ты, блядь, так. Ты, блин. Степан, ну кто так? И тут смотри, как получается, да, кадры? Красивые такие. Ведь я не последний, ведь я не последний. А вот смотри, как видно все. Проверяет он. А, так это и проверяет вот этот мужик-то. А, который тебя увез? Нет. Смотри, как он гребет, или я гребусь, да? Ну что, погнали? Угу. Туман. Там за туманами вечными пьяными ждут нас и ждут. Там за туманами вечными пьяными ждут нас и ждут. Видал какие? А потом тут она, вода падает, короче, тут вообще вот этот остров отсекается и становится полуостровом, а там только просечка. Вот, видишь, вот с того конца он, видишь, и он причалил, он колдыка один, так что мы уже можем. Красиво вообще, на камере вообще, да? Так, ну, я не знаю, у тебя, может, зрение хорошее, ты как видишь, а я вообще красиво получается. Ну. Че так, чик-чик. Вон какие островки. А это кто? Опа. Че? Кого-то засек я. Где? Выходи, бежи. А, вон. Да, ну там непонятно кто. Это болванка или что-то. Пошли. А камера еще все берет, представь. Вон. Да это куст, блин. Куст, Степа. А, бля, все вижу. Утки. Так вон там, вон это. Озеро неподалеку. Бах, бах! Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Так, утки-то не
Свечку включил. Ну и сейчас свечка показывает. Ну вот она, видишь, более. Вот сейчас смотри, вот свечку выключу, как будет снимать. А где горит? А вон он горит. Сейчас горит, приближу. Сейчас вот свечку тебе наводишь. Ага. И выключить. А, видишь, меняется. Ага. Чуть осветляет. Такая штука. Мне надо ее оставить включенной, да? Дырочки поменяй, наверное. Все, а ты накачал уже? Ну, молодец. ЛДК-1. Радиальные краны. Вас как звать? Меня? А? Шкипер. Шкипер? Меня 260. Мне 250 лет. Нет, 200. Степан, ты... Вот смотри, вот сейчас я развернусь. Вот ты это приподнимись и сними, как он, она идет вообще, лодка вообще. Да это-то видно, смотри, что она идет. Смотри, как красиво. Гладь сними. Вообще. А? Вообще классно. Кипер 260. Вот туда гладь, вообще красиво. Смотри, вот тот туманчик снимет. Ну. Шкипер 260. Ночью плавать вообще прилет. Дима, а мы с тобой, блядь, правильно плывем что-то? Я не понял, думаю. Все неправильно, там правильно. Все неправильно. Все правильно. Вот это мы выехали дальше путем, блядь, не стройте. Да она так хочет сказать, так на ходу она идет. А? Хочешь сказать, она так на ходу идет, что ли? Да? А как ты хотел? Это тебе просто сейчас тебе видно, как она идет. Круто. Видишь, смотри, как вот эти по тени, смотри, как она, видишь? Ну. А ты как хотел? Она так и идет, типа. Точно шкипер 260, блин. Я. Медведь, флаг тебе в руки, плыви за нами. Видал, как она быстро четко тянется? Медведь, догоняй. Маленько только снизу. А я вообще так вперед смотришь, вообще, типа... Степа, как мы на Налима рыбачили, да? Угу. Красиво, да? ЛДК-1. Ну такая волна-то нахуй беспонтовая. Погнали.